А я добавлю только одно к этому. Патриотизм – это пристанище негодяев. Да что ты, черт побери, такое несешь? Патриотизм – это пристанище негодяев. Что? Опять? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Почему? Потому что появляются люди, которые прикрываются любовью к родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все, что угодно. Очень важно чувство патриотизма. Очень важно чувство национальной идентификации. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? То, что в некоторых странах Европы утрачивается, к сожалению, для них. Да что ты, черт побери, такое несешь? У нас это внутри есть. У нас это в сердце. Любовь к отечеству. Патриотическим воспитанием могут только умные люди. Я хочу это подчеркнуть. Такие люди, которые хорошо образованы и понимают, к чему приведет отсутствие такой работы в целом. Каким тяжелым последствиям для отечества и для нашего народа приведет вообще всякое отсутствие патриотической работы. Патриотизм – это пристанище негодяев.